один из фильмов о войне, которого зритель очень любит. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Вай, по-грузински слова наливай, вай, из какого быть скучно, вай, вай. Мы здійснюємо творчий марафон до Дня Перемоги. І ось сьогодні ми у вас. Зритель нас любить, і ми зобов'язані зробити такий концерт. Вспихнуть у воздухе крылья, дві железних руки, во второй ескадриль.